Добро пожаловать на просмотр видео, и это срочное новогоднее включение. Буквально 5 минут назад разработчик дропнул новый пост в своей группе. Этот пост просто, я думаю, всех поразит. В общем, начну с не очень хорошей новости. Обновления не будет в этом году, 31 декабря, оно выйдет в январе. В течение месяца, в течение всего января, в любой день может выйти обновление. Оно задерживается из-за всяческих проблем. Собственно, вот в этом посту разработчик это писал, поэтому, ребят, как обычно, с 31 на 1 обновы не будет, но в течение января обнова все-таки будет. Ну а теперь самая офигительная новость. Так как ограничения в Play Market есть касаемо платных игр, разработчики приняли решение сделать Motor Depot бесплатным. Да, ребята, теперь Motor Depot абсолютно бесплатная игра, и скачать его может абсолютно любой желающий. Я думаю, это ждали все, и это очень хороший подарок будет на Новый год. Что ж, ну а само обновление, сказал разработчик, глобальным не будет, но крупным оно останется. То есть обнова не глобальная, но крупная. Что ж, ну а сейчас давайте покажу вам скриншоты. Начнем с самого такого простенького. Здесь у нас показан мазик, который нам показывали ранее, но тут он стоит уже на карте. Вдалеке мы видим новую Аврору и рядом микроавтобус. На данном скриншоте нам тоже показаны уже, в принципе, все известные машины нам, ну и прицепы тоже, и окушку, все мы это видели, но единственное, что заметил новое, это то, что на Запорожце сверху стоят такие вот ящики. До этого нам такого не показывали. Самый интересный скриншот, который я оставил специально напоследок, это, ребята, Чайка. Вот это я прям просто офигел, когда увидел эту машину, причем, смотрите, стоит флажок российский спереди. Я, честно говоря, не знаю, для кого будет предназначена эта машина. Может, только для администрации, но это лишь мое предположение. Конечно, если эта машина будет в общем доступе у всех, это будет просто замечательно. Я думаю, эти новости вас очень сильно обрадуют, собственно, как и меня обрадовали. Ну а на этом все. Всех с наступающим. До Нового года уже, если по московскому времени смотреть, остается буквально 7 часов где-то, ну, 7 часов 20 минут где-то так. Чуть позже выдвину еще пост с новогодним поздравлением. Ну и на этом получается все. Встретимся мы с вами в следующем году.